Вот. И Иисус сказал, он тут с Никодимом, они общались, и Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Это отрывок, получается, Иоанна 3:3. Вот. Иисус здесь призывает нас родиться заново, вот. И меня это очень вдохновляет. Вот. И сейчас я хочу помолиться, у нас после этого будет время крещения.